Центре культуры и искусства НТМК прошла торжественная встреча, посвященная 85-летию Нижнетагильских электросетей. Коллектив городского филиала МРСК «Урала» поздравил глава города Владислав Пинаев. В своей речи он отметил, специалисты энергетической отрасли сегодня делают огромную работу, чтобы тагильчане могли жить в комфортных условиях современного города. Хочу сказать вам слова благодарности и сказать спасибо большое за ту работу, которую вы делаете, за ту ответственность, которую с гордостью вы несете. Огромное вам спасибо за ваш непростой и нелегкий труд. Почетное звание «Заслуженный работник электросетевого комплекса Урала» присвоено Николаю Ерохину. Золотым значком отличия филиала «Свердловэнерго» отмечен Александр Маслинчук. Творческие подарки коллективу юбиляру преподнесли артисты Центра культуры и искусства НТМК.